Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я хочу обратиться к вам за помощью. Мы проживаем на Украине, но, к сожалению, в данный момент наш город оккупирован, и жить здесь становится трудно. Муж остался без работы, а у нас трое деток, 2 года, 8 и 12 лет. Я тоже не работаю, так как я в декрете. Мы хотели бы просить у вас любую помощь. Мы будем благодарны любой помощи. Спасибо.